Скажи, тебя тоже удивляют видосы, когда ты смотришь какой-нибудь американский репортаж, где какой-нибудь чел стоит и угрожает полицейскому. Через пару секунд его просто тупо расстреливают и все. Я лично всегда удивляюсь, потому что всем в мире известно, что в Америке с полицейскими шутки плохи. Но больше всего, знаешь, чему я удивляюсь? Как можно в Детройте, в городе, где есть Робокоп, на секундочку подумать, что стану-ка я преступником? Где твои мозги? О чем ты можешь думать? Это же Робокоп! Рок-Сити, добро пожаловать в 10-ю серию. Мёрфи, можешь помочь? У нас тут полный абзац. Конечно, братуха, я, конечно, чем смогу, тем помогу. Это что-то вроде бы администрация Советского района. Сейчас пойдем посмотрим. Этому чуваку уже, видимо, прилетело, потому что ты посмотри на эти глаза. Здравствуйте. Ты не поверишь. Нескольким рецидивистам в их светлые головы пришла идея взять штурмом здание суда. Они с чего-то взяли, что если его разнести, то все их судимости пропадут. Интересно. Они захватили заложников и теперь требуют 6 тысяч сакс и самолет до Акапулько. Акапулько, ай-яй-яй-яй, в зоне боевых действий. Серьезно? Сомневаюсь, что эти следят за новостями. Но боюсь, когда придет спецназ, спасать будет уже некого. Если они хотят полететь в зону боевых действий, готов предоставить им билеты в Перму. Я не могу, какие выражения у этого чувака, ты посмотри. Эта консервная банка просто великолепна. Смотрим, вытаскиваем мобильник, но в те времена не было мобильников, я помню. Ну ладно, вытаскиваем что-то вроде мобильников, тапочки там, что хотите. И снимаем, и я вам покажу, как надо хедшотить. А ну-ка пропищу. спокойно, спокойно. Да, гранату бросил. Ну твою же мать, я ж прыгать не могу. Господи, ты издеваешься, что ли, чел? Успокойся. Иди сюда, малышка. Поехал. Красивое здание сюда. Постараемся не портить его. Где мой табурет? Ах ты сволочь. Намазал. Ничего страшного. Аллилуйя. Прости. А теперь она намного красивее. Синская акапелла, или как так называется, да? А ну-ка, могу раздолбать? Да, она сейчас... Прикинь, она сейчас просто возьмет и разрушится. Охренеть. Ты дурак, что ли? Я, конечно, я думал, что я самый косой в этом мире. Но оказывается, ты косей, чел. Блин, я хочу ее разрушить полностью. С помощью тел. Слушай, ну сложно, сложно, согласен. Быстрее добегай. Все ли такое здание испортили, господи? Так, почти добежал. Подожди, не стрелять, не стрелять. Да чё ты так, не надо мне строить такие глазки. А то я тебя сейчас еще вдруг возьму и пожалею. Да подожди, куда ты пошел? Стой. Стой. Стой, стоять, говорю. Так, иди сюда. Мы должны разрушить эту шнягу. Все, больше не разрушается. Ну ладно, нет, подожди, нет, разрушается куда? Это максимум. Там, видимо, уже железобетонно что-то идет. Ладно, не будем испытывать судьбу, а просто... Я не удержался, простите, господи, она как будто после кипяченой воды. Так, здесь все. Но у нас еще один преступник остался. А, промазал, тебе повезло. Хотя, кто его знает, повезло или нет. Добрый день, это был не я. Если что, это не я. Хорошо, что в те времена камер не было, да? А, нет, были камеры. Но они как-то хреново работали, плюс запись можно было просрать или еще что-то с ними сделать, не знаю. Я не выйду пока... Ага, заложника буду удерживать, пока не выполнит мои требования. Полиция в этом проблема, чувак, так, да успокойся, надо четче говорить требования, а не пойди не вкурили, зачем еще и сакс, если мы хотим просто улететь. Завали, слушай, откуда этот странный стук? А это мои шажочки, чуваки, я уже почти подошел за тобой. А здравствуй, товарищ судья! Прошу любить и жаловать. А у меня нет урода, когда я падаю, понял? Знаешь почему? Потому что я киборг, мать твою! Не всосали, да? Ну это стреляет, я не пойму. Чел, чел, чел. Успокойся, успокойся. Так, мне кажется, тут кто-то жив остался, да? Например, ты. Эй! Что это такие? Бессмертный! А нет, показалось. Так, это, видимо, карта доступа. Нет, это улика преступления. Ого. Чи-чи-чи-чи, бэби. Все, хватит танцевать. Не пугай людей. Ох, здесь супер крутая вечеринка была. Найти карту доступа, может быть, просто с этой стороны открыть. А, да, типа из внутренней стороны. Зал сюда разблокирован, теперь со второй стороны. Пошли с этой откроем и все. И все, и вся миссия. Здравствуйте. Спасибо, ты слышал этот звук? На, он тебе что-то хотел сказать.
Иди сюда. Так, где тут сортир? А, писсуар. Пробить стену. Как я мог тебя пропустить, господи? Я искал эту карту доступа 2 дня. Как? Надо же, а. Здравствуйте. Я ваш тетя? Ну, конечно, конечно. Хрюшки, тетя Хрюшки. Куда? Орландо Блум, прости. Все, все закончились. Славьте, господи. Взять карту доступа. У-у-у, теперь мы свободны. Карта доступа у меня, теперь мне открыты все дороги. А я уже думал, что версия какая-то не такая, какая-то кривая, какая-то нелицензионная. Оказалось, нет, мне повезло. Найти и спасти всех заложников. Отличная миссия. Кто, как не я, спасет всех заложников. Но я буду действовать немножко скрытно. Обойду-ка я с фланга и зайду. Можно же? Нет? А, нельзя, ладно. Только с центрального входа. Печально, потому что с фланга было бы, наверное, более неожиданно. С другой стороны, ну блин, ну они услышат, что там дверь открывается. Видишь, вот эта дверь, она же огромная. Мне реально тихо зайти. Привет, малыши! Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Ой, как много мяса! Как много мяса, черт возьми! Так, все заложники спасены. Ребята, не двигаться. Вроде все ништяк. Ух, красотка, оставь свой телефончик свой. Твою же мать, Ромака Бомба, должно быть, небеса послали. Это было просто кошмар. Да ладно, смотри, сколько мяса, капец. Твою мать, это Робокоп? В смысле, отморозок? Что за отморозок, говорит эта женщина? Отморозок. Оставайтесь здесь, прибудет полиция, они вас опросят. Вернуться на улицу. Все, и это вся миссия. Я тебя умоляю, Ньюк. Ладно, подожди, 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 не будем торопиться. Может быть, здесь что-то интересненькое. Компрометирующее изображение. Ага. Улик преступления. Все врата открыты. Теперь можно идти спокойно. Так. И с этой стороны. Сейчас мы найдем столько улик компрометирующих. Опа! Улик преступления. А ведь это документы. Здание суда, понял? Членом туда, членом сюда. Отлично. Эй, Роба! Ты им прям задал. Рад с тобой поработать. Спасибо, братан. Если что, звоните. Приду. Так, у нас найти нужный мотоцикл. Найти нужный мотоцикл. Господи, наконец-то мы начали выполнять уже нашу миссию, которую мы должны были выполнить. Найти этот гребаный мотоцикл, на котором изображен орел. Ара, эта красотка от меня никак не избавится. Привет. Ненавижу дневные смены. Ну да, кстати, работы меньше, и по-любому. Опа, вижу какой-то моцик. И какого-то мужика. Пойдем посмотрим. Его я, кажется, как раз-таки не смотрел. А, нет, там тоже птицы нет. А, не совпадают, окей. Есть еще мотоциклеты? Я не вижу. Мне кто-то, кажется, говорил, что он рядом с каким-то... А ты что здесь стоишь? Вообще не понял. Ну, подожди-ка. Офицер Вашингтон, сегодня я буду вашим инструктором по оперативной работе. Отчитайтесь о готовности. Спасибо за предложение, Робокоп, но уже другие офицеры правы. И я правда не подхожу для оперативной работы. Ты хочешь очистить улицы Детройта? Спроси себя, хочешь ли ты очистить улицы Детройта от преступников? Да, конечно, хочу. Офицер Вашингтон к инструктажу по оперативной работе готов. Отлично, бронежилет на тебе, молодец. Где твое остальное снаряжение? Служебное оружие. Есть. Запас патронов. И есть. Фонарь. Всегда со мной. Отлично. Подготовка — это самое важное. Но не менее важно понимать, где находишься. Ты хорошо знаешь этот район. Это ведь та часть города, где у нас много работы примерно всегда. Полиция! Вопрос нет. Пожалуйста, помогите. Давай, давай, иди, помогай. Расслабься и иди за мной. А, я пойду помогать? Ну ладно. Офицер должен быть уверенным, выпрямить спину, идти ровно. Давай, братух, иди за мной, я сейчас покажу тебе, как надо справляться с этой женщиной. Офицер, слава богу, вы подошли. Вы мне так нужны, случилось вот что. Может, я просто застрелить? Когда приходишь на помощь, сперва необходимо представиться потенциальной жертвой преступления. Он учит. Смотри, учись. Я офицер Мёрфи. Что произошло, мадам? Ох, если честно... Затем дай жертве понять, что она в безопасности. Мадам, вам больше ничего нечего бояться. Мы здесь, чтобы вам помочь. Да, но помощь нужна не мне. Так, теперь...
Я хорошо знаком с инструкцией по оперативной работе. Если вы не против, я продолжу сам. Мэм, расскажите, что произошло, пожалуйста. Я котик своего потерял. Его зовут Удачник. Неудачник. Этот кот мое самое дорогое сокровище. Вы знаете, где он может быть? Единственное, что приходит на ум, это подвал. Я в подвал не пойду. Я сегодня слышала снизу какой-то шум. Но света там нет, а глаза у меня уж не те. Да лучше не ходить одной в подвал. Особенно если там котики пропадают. Мы можем осмотреть подвал? Да, это прекрасная возможность для инструктажа пробыть в темноте. Можем спускаться. А у него как раз фонарик есть. А я-то думал, зачем ему фонарик? Господи, там же светло. Удачи вам в ЦРУ. У моего котика непростая кличка. Он и правда приносит удачу. Так что без него не возвращайтесь. Спасибо тебе, дорогуша. Включи фонарик. Быстрее. Правильно. Служебный фонарь часто оказывается очень кстати, но иногда он может и помешать. Если держишь его слишком близко, по тебе легче стрелять, поэтому лучше отводи фонарь подальше. Так, следы животного найдены. Хорошо. Пошли дальше. Не помню, чтобы об этом было написано в инструкции. Просто я знаю. Нет, я просто знаю. Experience. Типа у меня были эксперименты. Зачем ломать? Не надо ломать. А придется. Опа, а что там за клетка? Погоди-ка. А как туда пройти? Братан, ты где там вообще застрял? Чувак, ты идешь, нет? Лапки на диванчике. Были. Следы животного не найдены. Куда ты? Куда ты? Я уже здесь все обыскал. Вот я вижу клетку. Давай, надо ломать. Эй! Ох, все чисто, господи. Какой ты медлительный, братуха. Давай побыстрее, пожалуйста. Да чисто там, я уже все осмотрел. О, блин. Я сейчас сюда еще зайди. Давай, давай, заходи. Да заходи ты уже, вот. Да что ты смотришь на меня, наконец? Ужас. О, кажется, я видел кота. Как думаете, стоит попробовать убрать этот диск? Диск? Какой? Да, доски. Да, давай, конечно. Да, давай, убирай сам. Я хочу посмотреть, как он сам. Вашингтон одобряет. Молодец, я ему доверился. Ну-ка. Сейчас. Молодец, молодец. Я не думал, что это посылать. Братан. Пока не попробуешь, не узнаешь, действительно. Так, животное не найдено. Хорошо. Сканирование материала. Слышал. Что-то слышал, я тоже что-то услышал. Что там есть? Ничего нету, да? Так, пошли дальше. Здесь по-любому есть какой-то преступник, который захватил несчастного котика. Я, кажется, слышу мяуканье. Пошли быстрее. Может быть, он в опасности. О, а теперь все ботинки в клубничном варенье. Братан, чё ты там застрял? Господи. Когда преследуешь подозреваемого, не беги, сломя голову. Обходи слепые углы как можно шире. Будет меньше сюрпризов. Он еще и сожрал. Фу, блин. Вкусно, наверное. Ты пока там ходишь, я сейчас этого котика несчастного найду. Давай поскорее. Узнать подробности об утечке? Об какой утечке? По-любому кот разбил, 100%. Следы животного найдены. В этот раз действуй осторожнее, постарайся не запыхаться во время погони. Сил еще понадобится в прямом столкновении с беглецом. Надо его просто застрелить. Его, похоже, он остановился и улужится. Возможно, подозреваемый в нетрезвом виде. Да-да-да. Он краска нанюхался по-любому. Точно, краска нанюхался. Кошки склонны злоупотреблять веществом. Серьезно? Я что-то слышал. Так, все, я стою. Я не шевелюсь. Первая полевая подготовка. Он думаешь, пианино? В принципе, может быть. Найдено. Так, а ну-ка вскрой-ка эту дрянь. По-любому. Кот в прошлой жизни был музыкантом. Наверное, кот внутри. Я его выманю. А, давай я сделаю. Ну ладно, пускай он. Пускай. Можно было... Наверное, мы бы раздолбали. Надо было расстрелять. Почему здесь не держимся? Ты понял? Я ловлю его! Ловлю его! Сейчас задавлю его, черт возьми! Куда он убежал? Вот засранец. Так, давай быстрее, Рэй. Давай, давай, что-то поторопись немного. Он тут проскользнул слишком узко. Давай через дверь. Да ты шо? Я бы не догадался, если бы ты не сказал. Так, можно я сам открою? Билли с другой стороны. Билли, это кот? Закрыт. Могу попробовать протиснуться. Так, я разберусь с дверью. Ладно, пускай сам. Пускай. Я хочу посмотреть на это, как он застрянет, я ему помогу потом выйти оттуда. Подожди, только я должен смотреть.
А ну-ка, 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 еще и бронежилет. Там место, господи, целый трамвай проедет. Не так шустко, как я думал. Давай открывай быстрее, я хочу посмотреть на это кино, что там происходит дальше. Отлично, давай открою вам дверь. Спасибо, что сказал. Если бы ты не сказал, я бы не додумался, что ты сейчас откроешь дверь. Ну и кто бы мог подумать, что у маленького роста могут быть свои преимущества. От невысокого, но трудолюбивого офицера толку в два раза больше, чем от рослого лентяя. Превосходно, офицер, красавчик. Хорошо сказал, кстати, да? Молодец, мне понравилось. Так, я прям чувствую, что кот где-то здесь будет. Вот слышу коробки. Как раздавить эту дрянь, а? Да здесь, здесь он. Боюсь, в этот раз в тупике, мистер кот. Братан, ну нет его там, ну куда ты по... Ну хотя, подожди, может быть действительно здесь. Найдено. Так, давай, открывай, заходи. О, господи. Вот он. Боже мой. Удачи! Ты выглядишь ужасно. Кот в порядке. Можешь отдать его хозяйке, а я здесь приберусь. Хорошо, встретимся позже. Окей. И все? В смысле приберусь? Ты издеваешься? Робокоп. Я, конечно, все понимаю, но это уже чересчур, если честно. А зачем мне здесь прибираться? Определить источник. Тут был еще один шум, да? Опанцы. Стрельба? Еще и стрельба? Ни хрена себе. И так прям сразу, да? Убили какого-то деда. Охренеть, чуваки, что вы натворили, господи. Еще и краску разбил. Так, нажать для... Да подожди ты, свой починг, прям в башню, прикинь. Бедолага. Поиск улик. Улика проанализирована. Пулевое ранение, верхняя часть черепа, смертельно. Ботинки все чисто. У него что-то сломано с рукой. Что-то произошло с рукой. И еще какая-то маленькая дырочка в пузе. Большая кровопотеря. Они, короче, его решили спасти. Ну, типа, чтобы он не мучился, я понял. Так, осмотреть жертву. Я все осмотрел. Это Вашингтон, меня слышно? Громко и отчетливо. Какая обстановка? У нас проблемы. Я на втором этаже заметил несколько вооруженных подозреваемых. Они вошли внутрь. Так, подожди, подожди, подожди. Смотри же, в тебя не застрелили. Большинство вошли... Ух ты ж, блин, твою мать, ты прям вовремя сказал это. Иду, 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 иду. Офицер Вашингтон. Закройте дверь, я иду на пол. Я иду, офицер Вашингтон. Кто? Кто-то остался в живых? Пистолетом 9. Че ты дергаешься? Вот, господи. Твою мать, я противный-то как. Так, здесь все чисто. Пошли дальше. Так, я не понял, почему тебя не видно, а? Опять не видно. Он издевается надо мной. Он сквозь стену прошел. Отлично. Я запутался. Мама, помогите мне! Мне нужно выйти с этого подвала. Господи, куда и куда я забрел? Куда меня забрела эта бабулька? Так, я, кажется, вернулся назад. Мне надо совершенно в другую сторону. Может быть налево? О, привет, парнишка, ты идешь со мной. Ты мне нужен, вот еще. Да, блин, как ты не вовремя, братуха. Раздаю кулачный. Не достал. Чуть-чуть. Так, стоп, 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 стоп. Сэр, так, мы заходим, свинья. Тебе не спря... я не понял. Брось оружие. Не трогайте. Тихо, вы в смысле? Положите обстановку. Я ранен. Вот черт, а. Да иду, иду, иду. Подожди. Спокойно, я рядом. А, он их застрелил. Красавчик. А где ты? О, привет. Слава тебе, господи, я успел. Офицер Вашингтон, я вижу впечатляющий результат.
Спасибо, сэр. Для меня очень важно услышать это от вас. У него же глаза закатываются, он уже при смерти. Вернуться на улицу. Все будет нормально. Ранение не глубокое, так что не прикидывайся, тоже мне футболист. А, эта кошка одобряет. Конечно, спасибо. Видите, я говорила, что мой приносит удачу. Кстати, да, она тоже права. Спасибо тебе большое. Подожди, да я тут что-то ценненькое увидел. Это мы забираем. Журнал обслуживания. Не знаю, зачем он мне. Починка. Номер двери на квартире 6 нужно зафиксировать, а он постоянно переворачивается вверх ногами. Жилец все время жалуется, что его беспокоят гости, которые приходят в квартиру 9. Приоритет крайне низкий. А ну-ка, просто ради интереса, квартира номер 9. А вдруг там что-то будет важное? Так, квартира 6, а сверху квартира... Нет, вот, квартира 9. А ну-ка. С тобой не надо поговорить уже, все? Все у тебя нормально? И извини за такой беспорядок, конечно. Я не хотел, честное слово. Да, удачно тебе оставаться дома одной с этими трупами. Капец. Один офицер полумертвый. И еще 3 чувака, которых уже не спасти. А кошки все равно не было. Замечательно. Мы мотоцикл-то нашли или нет? Насколько я помню, нет. Почему не вызвали скорую, которая должна приехать и забрать нашего офицера полиции? Не понимаю. Первая полевая подготовка пройдена. Найти нужный мотоцикл. Господи. Я его когда-нибудь найду в этой жизни или нет? Так, найти нужный мотоцикл. Вот этот мотоцикл мы уже сканировали. Вот еще один стоит байк. Надеюсь, что это ты. Погоди, а на карте? На карте не показано? Щип Щипастова. Ну, Щип Щипастова, мы прям в центре находимся. То есть здесь где-то. Радио. Снова. Сейчас прочитаем. Да, блин, этот мотоцикл мы уже смотрели. Радио тоже уже слушали. Я хожу кругами. Я не понимаю. Может быть... А, точно, он где-то... Он наверняка спрятан где-то во дворах, знаешь? Хотя, по идее, должен быть около дороги. Это же все-таки мотоцикл. Ну да. Так, ладно. Смотрим квартал за кварталом. Давай еще сюда все-таки зайдем. Что-то мне подсказывает. Вот он, по-любому это этот мотоцикл. Орел? Птица, вот я вижу. Точно, это он. 100%. Рядом с мусоркой, там место. Отлично. Найти Шипастова. Отлично. Эй, чел, спасибо тебе огромное. И тебе, конечно же, тоже спасибо огромное за наш юбилейный просмотр Робокопа. Увидимся в следующей серии. Следующая серия обещает быть очень жаркой, потому что Щип Щипастову мы искали целых 2 серии как минимум. И это было не просто, честно говоря, даже сложно. Спасибо за подписки, спасибо за лайки, дизлайки, лайки, подписки, ВК, Телеграм и так далее и тому подобное. Все внизу написано, мастеру отдельный респект. До свидос.